Наверное, у вас сейчас возникает вопрос, почему корреспондент стоит в кадре с пистолетом. На самом деле ответ очень прост. Сегодня мы приехали на соревнования по стрельбе. У нас открытое первенство Клинского муниципального района. Соревнования проходят в этом месте первый раз. Обычно наших больше 20 человек принимают участие. Наших клинских? Да, наших клинских, местных. И приезжих бывает тоже больше 20 человек. Но в этот раз, наверное, человек около 40 нас будет. Тренировки у нас проходят в этом клубе. Это клуб на поселке 31 октября. Занятия у нас проходят в понедельник, в среду и в четверг. Возраст без ограничений. Стрельбой заняться никогда не поздно. Это олимпийский вид спорта. У детей большие перспективы, если они не ленятся. Дома есть пневматическое ружье, увлекался, стрелял, с папой выезжали на поле и решил заняться именно олимпийским видом, чтобы на соревнованиях участвовать. Занимаюсь около 1,5 года, имею пока самый маленький юношеский разряд, на соревнованиях получил. Выигрывал, да, выиграл первое место, думаю, медаль есть. Вот это для меня 4-й. Отстрелял 32 очка. Мы с одним мальчиком, у него тоже 132 очка, будем перестреливать, как я понимаю. Ты встаешь на свой щит, тебе сначала дают 5 минут на подготовку. Это, то есть просто стоишь, ну, где-то в холостую можно, где-то просто не щелкая затвором. Потом 15 минут на пробные мишени, отстреляешь пробные мишени, ставишь зачетную и начинается, ну, тоже, где по-разному время дают, где 50 минут на зачетной мишени, где час дают. С чего 40 зачетных выстрелов, 4 серии. Соревнования по стрельбе из пневматического оружия завершились со следующими результатами. В упражнении ПП-2, когда участники проводят 40 зачетных выстрелов, среди девушек первое место заняла Анна Молчанова, второе — Комарова Анна, третье — Воронкова Алена. Среди юношей первое место занял Арутюнян Саркис, второе — Светлоки Иван, третье — Бычков Владислав. В упражнении ПП-1 20 зачетных выстрелов. Первое место занял Базаров Иван, второе — Сабиров Владислав, третье — Митин Алексей. В упражнении ПП-1 скат 20 зачетных выстрелов на компьютере. Первое место у Царькова Виктора, второе — у Маршова Владислава, третье — у Гашимова Владимира. А пообщались с самыми меткими клинчанами — Артем Синяков и Илья Тимофеев. Программа «Мой Клин».